По-моему, нам пора заняться разбором нашей почты. Давай. Тем более, что она у нас всегда очень большая. Больше всего вопросов вот в этих письмах задают ребята, которые хотят стать актером или актрисой. И так компьютер помочь нам не может, мы, наверное, попросим настоящего актера рассказать об этой профессии. Ну, совершенно чистое небо. Не спорьте же, доктор. Я своими руками слышала гром. Ну, да, но... Подождите, подождите, я сейчас принесу вам калоши. Но ведь... Мы получаем очень много писем от ребят. Да. Колоссальное количество. И вот я всегда их ношу с собой, потому что надо отвечать ребятам. И в частности, есть вопросы, я вот просто захватил, есть вопросы, которые мы могли бы адресовать вам. Так. Вот девочка, по-моему, девочка Ира из Вильнюса. Она мечтает стать... Актрисой? Актрисой. И очень много таких писем. Плешак, Ирина, город Вильнюс. Что можно ей посоветовать? А бывают и такие письма, что, вы знаете, мы очень хотим стать актрисами, но мы не хотим учиться. Вот как можно быстро стать актрисой или актером? Нет, это ничего не выйдет, это не получится ничего из этого. Это я вам точно говорю. То есть можно, конечно, в кино, возможно, таков кинематограф современный, что, конечно же, бог ты мой, но Феллини просто брал прохожих с дороги. Вы же понимаете, что, ну, вот та же Ира, ну, я не знаю, Ирочка, ну, так сказать, ну, могут тебя снять в кино, и, может быть, даже это будет удачно, и будут использованы какие-то твои, там, скажем, какие-то непосредственные твои качества. Ну так это же не, ну нас надолго ли, как вязал Булат Шалчакуджава, надолго ли хватит? Ну хватит еще на один фильм, ну еще на один, но это не выход. Я считаю, что надо все равно, надо учиться. Если такое желание есть, и оно так без дураков, нужно обретать профессию. Так что из этого ни черта не выйдет, надо учиться. Знаете, но здесь вот немножко более сложное письмо. У них было сочинение, они писали в школе. Да. И спросили, кем кто хочет быть. Она ответила, что хочет поступить в театральное училище. И родители восстали. Они не считают эту профессию серьезной. Они считают, что лучше заняться делом, что называется. А вот актерская профессия это не самое, что называется, жизненное. Понятно. Валерочка, я не знаю. Понимаете, мне трудно всегда давать советы. Ну, что можно сказать? Ну, конечно, это... Ну, это ложное, абсолютно неправильное представление. Прежде всего, это огромный труд. Понимаете, всем кажется, что актер... Да бог ты мой, ну... переоделся, намазался, прикинулся, и... ничего подобного, но это уж такие язы говорю. Что посоветовать можно этой девочке? Ну что, заняться, так сказать, воспитанием своих родителей, постепенно начинать их в этом переубеждать? Я думаю так, знаю по собственному опыту, я родился в семье драматурга и музыканта, то есть люди непосредственно имеющие отношение, казалось бы, да, к искусству. Просто люди искусства. И все-таки мама настояла, чтобы, кончив школу, я сначала получил образование, как я говорил, стал, ну, образованным, так сказать, интеллигентным человеком. Я кончил юридический факультет, но потом... И все-таки я поступил в студию художественного театра. Главное, чтобы оно внутри билось, чтобы бился этот вот, вот это, так сказать, вот биение нерва и ощущение внутри себя постоянной тяги. Первый раз в жизни жалею, что я
не волшебник. Я превратил бы тебя в мотылька, чтобы ты могла отправиться домой. Кому нужна моя ученость? Куда годны мои знания? Как лететь с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все это сочинили мальчишки соседнего двора. Послушайте, доктор Гаспар, ведь и будут Проспера вместе. Они нас освободят. Ну как вы не можете это понять? Вы же ученый. Ну конечно, конечно, освободят, моя золотая умница. Конечно. Ну ты понимаешь, у них слишком мало времени. Теперь ведь июнь. Ночи слишком короткие. Каждая роль, она чем-то дорога. И есть один потрясающий штрих. Вот буквально на первой же картине, на Баталовской, где Баталов был режиссером и сам же играл канатоходца Тибула, на толстяках, там было сразу два героя, герой и героиня, да, Тутти и вот эта Леночка Бракнита, которая потом очень много снимала, которая играла Суок. И я понял, особенно я понял вот на мальчишке. Нельзя общаться с детьми, как, так сказать, как с детьми. Ты понимаешь, лапонька, вот, значит, когда я та-та-та, а ты в это время, да, та-та-та, ничего подобного, старина. Значит, ты понимаешь, да, я выхожу, ты в это время. И вот так дети великолепно все точно просекают. Я абсолютно с ними на равных общался. И в кадре, и за пределами кадра. Значит, оно настоящее, не железное. Значит, Соков была права. У меня живое сердце. Ну, конечно, конечно, мой мальчик. Да ты вылез! Дядюшка Август! Тимур! Эй! Эй, Тимур! Тимур! Да, старина! Давай, пистолет! Тимур, да. Где Сувок? Все хорошо, она жива! Сука! Ты видел когда-нибудь столько публики, Август? А, мы можем работать! Конечно! Начинай. Начинай, Август. Я мигом, сейчас. Что же это делаете, Тимур? Ведь это же целое море. Скорее они ждут. Первый раз в жизни вижу столько народу. Доктор. Доктор, вы живы. Происходят такие события, тетушка. Но вы же целый день ничего не ели. Это из коллекции. Зачем? Но все же люди стреляют. А, да-да, дорогая, благодарю вас. Подержите, пожалуйста. Спасибо. Иди, они тебя зовут, слышишь? Иди, он будет здоров. У него действительно хорошее, доброе сердце.